Что-то я устал. Так тебе походик, да? Давайте передохнем. Да. Давай будешь ходить вот так по земле. Мы в хибинах. Подъем на гору. Дети спят нормально, как взрослые не спят. Снег лежит. Причем это не на горах еще. Это еще на подходе. Лежит летающий снег. Мы идем туда. На гору Куки, я не могу выговорить. Пожалуйста, красота. И среди камней растут цветочки. Вот такой цветочек. Вот видно, растет и прямо из камня. Вон еще группа туристов. Перевал только поднялись на него. Мы сюда подофигели. Ну, очень красиво. Вот 100-500 метров. Почти. Идем уже до маленьких. Идем вон туда. 500 метров на высоте. Надо было обойти, да, ее? Ну, да, я как бы до подлинного, не помню, где играть. Слушай, а нам получается, знаешь что, нам получается надо пройти сейчас по этой штуке, да, наверное, и там спуститься. И вот подняться вот уже здесь и потом и... Да. Вон туда, и там, потом ты сосед туда подъем, а там... Ну да. По логике. Метров на удовольствие море. Такой снежок. Мы на высоте 900 метров. Так, такой отсюда видок. Вон. Здесь пошли 3500, 3 километра 500 метров. Вот еще вот осталось. Мы будем выше, чем эта гора. Эти горы. На высоте 920 метров. Человек с бревном. Где он? Гиря, давай. Бля, почти на карачках, а. В тебя все верят. Пипец. Слушай, а без бревна это было бы легко. А вот, блин, с бревнишком это жесть здесь подниматься. Как ощущение? Ну, очко вот так сжалось, потому что понимал, что чуть сейчас это меня нафиг унесет. Ну, видишь, сделал. На высоте птичьего полета. Готов, честно, сцепить его здесь. Ну, не, дойду. Как эта гора называется? Куки-Свумчор. Да, река Куки-Свумчор. А это не пик, да? Вон, а неизвестно, может там еще что-то есть. Да. Это народ, который внизу знает. Высота 1000 километров на уровне моря. Такой вот себе видок.
забираемся потихоньку. Нас стало меньше. Уже почти забрались. На вершину не знаю, сколько еще осталось. Прошли почти 4 километра 500 метров. Высота почти 1050 над уровнем моря. Вот народ разбрехся. Одни вот там идут. Там человек уже ушел. А основная компания идет сзади. Там маленький ребенок. Два маленьких ребенка. Женщина. Как-то все разбрелись. Не знаю, когда мы все будем на месте. Говорили, что эти 2 часа. Идем почти 2 часа. Вот. Кстати, сейчас по времени. Да, 2 часа ночи. Где-то около 2 часов ночи. Там солнце за горизонтом. Спряталось. Меня сзади хрустит. Вот так кое-сюда вид. Но мы еще не на месте. Еще топать. Ну, каждый раз, когда идешь, появляется новое препятствие. Новый склон. Вот пока вроде все пологое. Можно на нее забраться и опять вверх идти. Но там обещают, плата будет. Все. Мы должны быть вот выше вот этих гор. Почти с ними на уровне. Это самая высокая гора. Кукичморк, как так называется. Все, забываю ее название. Это Хибина. Вон там Кировск виднеется. Далеко-далеко. Кругом одни камни. Очень и очень редкая растительность. Вот немножко травки тут с цветочками. И все. Интересно. Кто-то из наших, что ли, стоит? Не знаю. Не видно. Далеко это. И группа затерялась вдалеке. Смотрите. Мы уже выше всех гор практически. По крайней мере, на уровне. Какая здесь интересная местность. Что ж, буду подниматься дальше. Я уже не знаю, где все. Надо до верха дойти. А самое интересное, что такое ощущение, будто эта гора никогда не закончится. Вот идешь по ней, идешь. Она все выше и выше. Все выше разбираемся. Народа сзади нет. Голоса слышал недавно. Но тут слышимость хорошая. Они где-то очень далеко. Не знаю, сколько, может, километры от меня. И ну, 500 метров от меня другие. Там 3 человека. Один шел в ту сторону, 2 туда. Будем догонять. Что я пока занимался. Ну, смотрел, пытался записать на телефон. Там памяти не хватало. Пока я там ковырялся, я потерял много времени. Ну и смысла не вижу. Телефон, батарейка уже 40% осталось. Вон дети кричат там где-то. Кого-то зовут. А потом... Ла-л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 а
Ромочки, детки будут такую штуку? Не знаю, Рома, будешь такую штуку? Персик. Персик будешь? Да, сейчас только. Нет, сейчас возьми тогда, если будешь. Что надо? Я буду, я не могу, мне надо вкусить. Видишь, я фабрику. Ну давай. 3:00 утра. Тут
Интересные цветы. Все растет на камнях. Вот такие тут полянки интересные. Такая здесь жесткая трава. Немножко на воронику похожи. И цветочки. Голубенькие. Все это в камнях растет. Не знаю, что это за трава, но она очень красивая. Еще вот такой мох ни разу не видел. Такая же растительность интересная. Утро солнечное, жарко. 8:30. Трое так и не вернулись. Куда-то ушли, непонятно куда. Будем ждать. Где они там ночуют? Вон наш лагерь. На 100 тысяч метров. Так, дети, близко не подходим. Сколько нас осталось? Далеки машинки. Высота птичьего полета здесь. Юль, в порядке? Да, я хочу телефон убрать. Чего? Телефон убрать, он у меня лежит сзади. Снег, который никогда не тает. Люди просто теряются. А что? Дядя Артём? Она видит. Собирает.
петь, слышишь, а? А дай телефон.